Хочешь, чтобы обложки к твоим трекам выглядели стильно и оригинально? Думаю, я знаю, кого тебе посоветовать. 21 Bastard к твоим услугам, бро. Множество выполненных проектов, работа с именитыми исполнителями, короткие сроки и качественно выполненная работа. Так что обращайся прямо сейчас, ссылка под видео. Ты лучше, ты не лучший парикмахер, ты лучше мама-трахер. Да пошел ты. Вилон, Вилон, я не нуждаюсь в брендах. Вилон, Вилон, нет, мы не бестфренды. Ты сиськи свои закрываешь, что ли? Да, кстати, ты меня не видел. Здорово, 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 здорово. Я не друг, передай привет всем. WhatsApp. Чё, как связь? Возможно, хуйня, потому что мы на пляже. На пляжу я лежу с флешу. Когда бухать едем? Никогда. Трек с Гонфлаудом, скорее всего, в этом месяце будет. Он уже готов. Ух. Отличная связь. Ладно. Твой Wi-Fi работает на пятерочку. С кем фиты будут? На альбоме или вообще в будущем? Янг друг, этот Янги спрашивает, как у тебя дела? Битмарь который. У меня все по кайфу. Спасибо, до свидания. Какой пляж? Все пытаются пробить, что за пляж? Пляж называется Грильяж. Это тот ресторан. Нас, короче, прикинь, вчера не пустили в ресторан. Сказали, что мы не подходим по формату. Нет, сказали без объяснения причины. А, без объяснения причины. Ебанутый. Ну, мы выглядели как бомжи. Я сначала поиграл в баскетбол, короче, запачкал футболку. Потом пошел купаться в море. И после моря уже самое это. Нас не пустили. О, 900 человек смотрят. Прикинь, в эфире. Я как Famous Dex. Shit, nigga. Давайте до 1000, до 1000. Окей, Декстер. Как дела у Лизера? Нормально. Мы, кстати, с Лизером помирились. Подписались друг на друга, лайком друг другу фотки. Это вы хотели услышать? Серьезно. Серьезно, да, вообще все. Все супер серьезно. Флеш на треке. Все, что я хочу, эти деньги. О, Долокуш. Ну, это фейк-страница, я уверен. Когда сходка в Желебино? В Желебино сходочка будет когда-нибудь. Я в баскетбол приеду, по идее. Сходка постоянно в подъезде у нас происходит. Это что-то нечто вообще. Нет, если реально кто-то знает, где я живу, не прошу я вас, не поддерживайте вот эту вот тему. Ходить постоянно в подъезд, рисовать всякие мне там эти послания. Потом эти послания стираю либо я, либо Илюха. Поэтому не отвлекайте нас от важных дел своим художеством. Вот. Конечно, приятно, но всему должно быть меру. Все должно быть в меру. Если видите тех, кто хочет пойти и заняться этой самодеятельностью, нужно пресекать это и прекращать. Иначе никогда не обрету гармонь. Гармонь. Да, это мем. Гармонию, конечно же. У нас такая была шутка в детстве — гармонь. А, кто-то из рэперов моих корешей зачитал «Обрести ту гармонь». Не помню, кто, поздняк это был или это кто-то еще? Да? Гармонь. В понедельник гулять идем. Опа, Владимир Матей подлетел. Бля. Вот уже и 1000 человек меня смотрит. Ну, как быстро время-то меняется. Мы сейчас пойдем с пивом, я тебе... А, понятно. Ну, короче, да, меня уже засекли. Засекли на местности. Да, меня засекли на местности. Поэтому я, конечно, рад всех видеть в Сочи. Я сейчас в Сочи нахожусь. Но я как бы нахожусь на отдыхе, поэтому вы должны это понимать тоже. Что мы на отдыхе. Мы чилим. Сегодня пойдем, кстати, в скейт-парк. В скейт-парк в Олимпийском парке. Вот сам все рассказывает. Ну, там-то пусть приходит что. Да, там вообще добро пожаловать. Там добро пожаловать. Всего я доброго. Не катался на скейте лет 6, начал тут возвращаться в игру. Сейчас буду учиться делать попшой. Нормальный такой, пацанский. Поэтому... Уже Илюха сделался.
Илюха сделал, да? Ну ничего, нормально. Сейчас приеду в Москву, я поеду скейт собирать, и мы поедем кататься в скейт-парк. Я буду сегодня неделю надрачиваться в скейт-парк, я потом приеду и буду флиповать, не снимая цепь. А слух не мог, да, сказать? Правда, что ты помирился с Лизером? Да, мы все замяли. Больше никаких конфликтов нет. И никаких подколов больше не будет. Если кто-то из нас первый не сорвется и не нарушит. Если только прольется, как там было в ночном дозоре и дневном дозоре. Не, я знаю, только пар. Если только прольется капля темной крови, я разорву контракт. Шутка, шутка. Просто нам весело. Весело, весело нам. Ты делаешь данки? Не, я до кольца допрыгиваю. На стандарте я допрыгивал, но танк не ставлю. Кстати, вчера играли в баскет в Ривьере в Сочи. Это в Сочи парке. Вот. Там, короче, поиграли. Выиграли к пацанов. Потом они нас тоже выиграли. 1-1 сыграли. Поэтому все по кайфу. Релиз Аудиопанк будет. Ну, уже какие-то весточки начнутся в сентябре. Но не исключаю того, что он выйдет в начале октября. Но я анонсирую заранее даты, поэтому буду держать в курсе. Что еще интересного? Space Jam клип выйдет в августе. Брови выщипал немного. Фигурки скоро еще будут. Фигурки будут к Аудиопанку третьему. Вообще, кто сейчас сидит на трансляции, как вы считаете, хорошая идея сделать фигурки? Как это правильно называется? Ну, это называется фан-фигурки. Типа фан-фигурки с моим изображением и... Добрый? Время запрещено. Да, хорошо. Извините. Нас покарали за сишки. Клип на Токио Дрифт, возможно, будет. Клип на Токио Дрифт, возможно, будет уже ближе к январю. Сначала клип на Space Jam, на Токио чуть попозже. Ну, я думаю, вы уже привыкли к тому, что у меня все постоянно меняется, и поэтому, может быть, есть на Токио Дрифт сниму завтра. Поэтому от меня можно чего угодно ожидать. Все зависит по настроению. Кружки, значки. Подушки со мной. Короче, фигурки, да, классные делаем. Они будут в таком в реализме. Довольно должно быть стильно. Вот. Если кому интересно, то можно будет приобрести их. Клип на Интерно мне зашел. Да, клип на Интерно крутой. Краудтреки у Запада. Ну, какие-то формы, конечно же, я брал. Безусловно. Какой-то сленг. Вот. Впрочем, как и весь русский рэп, ни для кого не секрет. Да, я уверен, что каждый из вас, кто сейчас пишет мне, то большинство из вас одежда-то такая же, как на американских рэперах. Поэтому... Ну, так, в такое время мы живем, вот и все. Просто примите это. Наша индустрия только еще собирается во что-то. Чтобы привлечь к ней... Опа, Дани Волос. Блондинка. Как тебе мои волосы? Фитонис американцам. Да не, мы наладили коннект с Fly Melody, с Лиларом пообщались. Они на меня, кстати, подписаны, поэтому, возможно, будут какие-то коллабы с ними. Что насчет совместки с Гомфладом? Очень скоро. Я думаю, что в этом месяце будет. Так, ладно, пока вы не задаете никаких нормальных вопросов. Что за черно-сетчатая накидка у тебя от Адика? Это Александр Вэнг. Все. Адидас Александр Вэнг. Продается, по-моему, в Адидасе или уже нет? Можно найти, да. Ее можно найти. Она не такая рарная, поэтому спокойно. В Самару собираешься? Но в Самару в этом году точно уже не поеду, потому что уже был. Ты себя видел? Очколов. Ой, блядь. Очкэмпл. Как там еще? Какие слова есть? С очкариком. Очкозавр? Очкозаврик. Смотрите, какой у меня вид шикарный. Сейчас я покажу. Четко, да, здесь? Поедешь завтра в Сочи парк. Я сейчас здесь. Сколько татух? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть, либо семь. Что-то типа того.
когда Киев, ну, сейчас, если все нормально срастется, то Киев будет, короче, в сентябре. В сентябре будет Киев, и будет еще Одесса, и будет еще, возможно, какие-то два города. Короче, аудиопанк, архитектор будет в таком индустриальном звучании. Вот, и я думаю, что все, кто ждет от меня чего-то того, с чего начиналось мое творчество, говоря о первом альбоме, я думаю, что они будут очень рады. Очень рады, потому что все, что было на аудиопанке первом, это, знаете, такая была детская обертка. То есть там все выглядело мультяшно очень. Я был таким персонажем. А сейчас будет именно так, как должен правильно звучать и профессионально уже на мировом уровне этот звук. Поэтому сам не знаю, что еще из этого получится, но пока что работаем. Работаем и работаем. Вот. Будет на релизе фит с Яниксом. Вот. Поэтому еще с кем-то, возможно, тоже будет. Я бы хотел пригласить Смоки Мо еще все это в процессе. Скину ему что-нибудь. Ну, а так больше никого. Альбом более или менее будет личный, и там будет очень такое... Античный. Такой звук будет. То есть там даже... Конечно, там будут цельные песни, но в основном это будет много эксперимента и в основном личная, личная музыка. Поэтому фитов будет... Фитов будет по минимуму. От кого? От Монгола. Монгола? Да, Монгол. Будет клип на Space Jam, да, я это уже говорил. Салют курортникам. Салют калининградским девчонкам. Сколько мне лет? Мне 23. Больше нравится. Фигурки. Пам-пам-пам. Что думаешь о Лео Морте? Нормально? Я сейчас так же, как он на курорте. В Уфу когда? В Уфу пока что не скоро. Уфа и так всегда со мной. Вот. Фит с курьером будет у него на релизе. Хочу воды попить. Есть там вода? Трэпщик. Нас гонят за пивком. Я тоже такой квас за 80 рублей дернул вообще просто. А за 80? 0,5. Покажи, мадам, плес. Вот, не хочешь. Что не заплелся? Да не знаю, блин, на белых чуваках косички очень спорно выглядят, я вам скажу так. Это пиздец белый. А? Ты это говоришь, капец белый. Я бы, конечно, под кого-нибудь... Когда я загорелый был в детстве, у меня были косички. Я был похож на какого-нибудь латиноса. Потом моя харя выросла. И я стал... Короче, не идет мне больше. Не, на фотках смотрятся косички, конечно, нормально, но вживую вот так вот... В повседневной жизни не совсем аккуратно. Юля, что ты тут делаешь? Вот, люди пишут, а фу, не надо косички. Да, я водолей по знаку зодиака. Или рыба. Хуй знает. Ты же больной, ты как я, водолей. Да? Вот, это Илюха, мой гитарист. Давай. По отражению видно, жопу от водолей. Вот, Илюха поедет со мной в тур, который будет у меня весной. Все будет только под живые инструменты. Ну, под гитару, в смысле. Вот. Те, кто был на последних концертах, могли это лицезреть и прочувствовать. А из ближайших ивентов, я выступлю 4 либо 5, я могу ошибаться, августа на пикнике Афиши на сцене, где делает Афиша «Узнать за 10 секунд». Вот, я там буду выступать, и со мной будет Илюха, мы уже на гитаре будем там бацать, делать вещи. Поэтому подтягивайтесь, все, кто будет в Москве, поддержите меня, мне будет очень приятно. Вот. Ну, в целом, если есть какие-то еще вопросы, задавайте. Потому что трансляция очень редко, я не фанат этого. Потому что не люблю такой формат общения. Как всегда ли познакомились? Как мы с тобой познакомились? Давно, да, мы с тобой познакомились? В 16-м году. В 16-м году мы с ней познакомились на концерте
на концерте в Уфе. Клип на Kids. Блин, давайте про Kids еще пока что отложим это в долгий ящик, потому что, если честно, вот прямо на сегодняшний день очень много песен, которые в разы круче, чем Kids, согласны? И лучше уж на них снимать клипы, все-таки, я так считаю. Когда трек с Remade? Да, мы тоже почти его доделали. Ну, думаю, что очень скоро выйдет. Хочешь сидеть, угораете, а? Давай. Ну да, Kids такой себе. Да просто уже, ну, на то время, да, крутой трек был. Но сейчас же на порядок выше есть музыка, на порядок. Ты употребляешь что-то всегда при каких обстоятельствах? Ну, если честно, тяжелого ничего не употребляю уже давно. Максимум могу пару раз затянуть с травы и все. Так в основном только алк. Вот. Отдыхаем мы в Сочи. Тебя звали на Раймс-шоу 2? Мне не звали. Когда альбом в сентябре, в конце. Каникулы, бэнгер, гоу-клип на него. Ну, не знаю. Мне кажется, клип не для клипа песня. Можно, конечно, было бы что-нибудь поснимать, но не знаю. Привет городу Кокшетау. Кокшетау, тебе шетаут. Тебя хоть раз принимали менты? Да, конечно, принимали. А кого не принимали? Тебя принимали? Ну, конечно, несколько раз. Тебя принимали? Да, тебя его принимали? Даже мама не пошла забирать. Да, мама сказала, я сплю, не хочу. Давай завтра. А на флип мод, го клип. Флип мод вообще крутая песня, капец. Супер крутая песня. Мне очень нравится флип мод. Вот эта штучка, о которой все спрашивают, это мне еще Паша Диссидент подарил. Вот, бренд Диссидент. Крутая вообще такая матроска. Она такая длинная, и у нее рукава вообще суперская вещь, прям суперская. Как с ей познакомились? Да мы с ней давно уже знакомы, еще со времен Царя Гороха. Предъявляли за прическу? Да нет, а чем мне предъявлять? У меня относительно короткие волосы. Относительно того, что было раньше. Относительно моим. Относительно волос Илюхи, да, у меня короткие. Такой вот. Давай фит с платиной. Фит, не знаю, кто такой платина. Ты знаешь, что такое платина? Вообще нет. Как называется джемпер от Капы? Ну просто водолазка от Капы, ебаный рот. Как тебе Фифе? Что такое Фифе, блядь? Фифа, может? Илюха тёлка спрашивает. Ну-ка, поясни, блядь. Вы ёбнуты? Сейчас член покажу. Дверь два. Ездил в Индонезии, вот там, в Азию, клип снимать, Илюха подцепил. А какой там был прикол? А, пацаны такие шли-шли, он всё падает и падает. Типа, рубль, что ли? Шутка была хорошая, конечно, безусловно. Здравствуйте, здравствуйте. А, вот такая же трек вышел, Фефе, прикинь. Да неохота слушать, бля, мы на курорте вообще. Сейчас неохота ничего слушать нового, вернемся послушаем. Флэш от слова флешка. Так, что будет? В ближайшее время выйдет трек с Яниксом, выйдет трек с Гомфладом. Клип на Space Jam уже продумываем. Начнем снимать все это дельцем. Вот, такая вот хуйня. В армейку когда пойдешь? Нет, уже не пойду. У меня есть военный билет. А у тебя нету. Да.
Флэш не супергерой, это Флэш плоть переводится, плоть. Помогите, мне тут жарко. Как я решил взять себе псевдоним Флэш, но скоро выйдет влог у Смоки Мо, вот там я ответил на этот вопрос, кстати говоря. Кстати говоря... Ебать ты тип, я хуею. Когда клип на Tokyo Drift? Спрашивали уже. На Камчатке собираешься давать концерт? Чё ж не на галерке-то? Да ладно, приедем, конечно, на Камчатку. Был бы только спрос, так бы приехали. В Сочи вот я вот нахожусь, а на концерт сюда ни разу не звали, к примеру. Сами виноваты. Слушателей-то тут много. Оказывается, слушателей везде много, да. Просто не все организаторы умеют привлекать аудиторию на концерты. Организаторы работают плохо. Я приезжаю в город, где население 70-100 тысяч человек, а там собирается по 200, по 300 фенов, чтобы сфоткаться, поэтому... Плохо работают организаторы, порой плохо. Бывает, в миллионниках приходит 200 человек на концерте, а бывает, в городах, где 300 тысяч населения, приходит по 350, где-то по 400. А где ты говорил, было 25 тысяч человек вообще? У меня? Нет, население просто. В Ейске. Не, в Ейске больше. А я не помню, где я говорю. Уже не помню. Тебя на вписку приглашали? Не приглашали, но если пригласить, то мне как бы есть что рассказать, что показать. Поэтому welcome. Lucky Production, здесь Lucky Production. Качаем, пацаны, качаем. Фит. Нет. Ладно, еще парочку вопросов и уже заканчиваем. Ты выступал когда-то в Волгограде? Да, выступал. Там один единственный клуб, в котором все постоянно выступают, и ничего не меняется, по-моему. Вот в Мурманске я не был, в Пензе не был, в Архангельске не был, в Чебоксарах не был. Вот во все эти города, скорее всего, в ноябре поеду. В Чебаркуле был. Вот в эти города... Еще есть какие-то города, в которых я не был. Мы попытаемся найти организаторов оттуда и приедем, вот. В ноябре постараемся все это сделать, короче. Вот, еще у меня есть маленькая мечта, я хочу приехать в Глазов. Я там был проездом. Такой угарный городочек вообще. Между Ижевском. У меня еще была строчка, короче, я написал ее в заметке. Что-то там зарифмовал в трек на аудиопанке втором. Что-то, где я нахожусь, я в Глазове. Что-то растопился, остановился айсбергом. Там такая всякая чушь. Что о Лизере скажешь, панк-рок мальчик? Да я ничего не скажу. Не знаешь, что сказать, сам. Вот мой ответ, вот так. Мы помирились, все хорошо. Гофи с Моргенштерном. Моргенштерн же блогер. Он еще и рэп, оказывается, читает. Ну, я слышал то, что он, когда выступает, 70% песен Фейса Кизару, по-моему. Под гитару, да? Наверное. Не, ну так-то он крутой блогер, мне он импонирует, классный чувак. Но с точки зрения песни как-то, ну, мне кажется, это будет... Типа, не знаю. Не знаю. Не могу пока что это как-то сопоставить. Как Адели? Давай, ну скажи что-нибудь. Нормально. Не все. Загорается у меня. Не загорает Адели. Она и так уже исяк. Не припекает ее. Не припекает. В Беларуси будешь? Вот в Минске я же уже был недавно. Еще, ребята. Люблю тебя, не могу, слона подарю. А я сандали куплю. А я сандали куплю. Я тебя больше люблю. Мне лучше бы верблюда. Чем на верблюде покататься. Поеду в Доху. Кататься на верблюдах. Катар, да. Все, Катар не смотрел, как выглядит, надо погуглить. Что там, охуеешь, Катар. Супер, да? В Катар надо съездить по-любому.
утра была на пересадке, там охуела с аэропорта. Да, вот я... За пиздец, это до завтра. Как ты называешь отель? Не, не буду говорить. Знаешь, что, короче, мы были на пересадке в Доху, там тоже суперские вообще. Там, прикинь, внутри, в аэропорту, поезд, типа, едет. Так это хуйня, так в Лондоне тоже. А, типа, в Катаре там вообще целый парк, в аэропорт, там вообще там такие экспо, экспонаты. Там тоже, кстати, тоже были всякие штуки. Сейчас загуглим. В Кемерово надо, по-любому. В Кемерово тоже надо. В Кемерово обернул, надо бы заехать. Трек со Светлей Соус будет еще, но непонятно когда пока что. Тут будет песня, да. Так, что вообще интересного хотел рассказать? А, если есть какие-нибудь знакомые тату-мастера, мне нужен тату-мастер в Москве, чтобы набить себе татушку. У меня есть эскиз. Вот, нужен какой-то тату-мастер. Ну, соответственно, я в основном кидаю клич с просьбами. В основном это за бартер, потому что, ну, я хочу найти, где подешевле, где бесплатно, такая тема. Вот, я готов саппортить чуваков и рекламировать их, если они делают круто. Поэтому, если есть такие люди, кто смотрит трансу, или у вас есть друзья, пишите. Также интересно те, кто делает грилзы, ювелирку. Вот, если есть какие-то такие начинающие ювелирные магазики, кому это интересно, можем сделать что-то вместе, пишите. Потому что скоро будет много новой, будет много одежды, будут украшения, будет все вообще. Я активизировался. Хочу делать максимум продуктов. Да, конечно. Давай. Все. Да, вам спасибо. Так, на ВК-фесте будешь про... На ВК-фесте может быть, кстати, прикольно там. Зубы 7 карат сделай, пожалуйста. Пожалуйста. Можно сделать. Какие виды спорта любишь? Я люблю баскетбол. Слишком долго отвечу. Пытался вспомнить. Я люблю футбол, баскетбол, да много чего, я за хоккеем слежу. Вот сейчас все, мы, короче, врубаемся. Что говоришь? Не буду говорить. Спот, где мы будем кататься, я не буду говорить. А то они такие тварилы, я не пойму, что. Сейчас врубаемся, короче говоря, в игру и все, и будем катать по-взрослому. Я не тату-мастер, но могу хуй набить. На лбу себе, старина, набей. Баскетболом занимался. Ну вы же смотрели клип на реального. Должны знать. По-любому знаете. Go Fits Faraon. Катаешься на скейте? Да, вот сейчас немного начал. Покажи сердечко. Go flat. Просто извините, что я отвлекаюсь, это такие коры вообще. Меня так окружающие люди здесь порой спешат. До слез. Да. Сделай ты так сердечко вот так. Как вот так? Вот так. Ладно, ребят, всем, короче, удачи. Мы закругляемся. Аудиопанк 3 я сказал, когда будет примерно. По поводу клипов я тоже сказал, по поводу фитов я сказал, по поводу мерча, украшений, фигурок тоже вам сказал, поэтому... Нет. Да, там, по-моему, осталось еще 6 белых.